Ну и последнюю фишку. И? Опять красный. Опять красный. Да. А, интересно уже. Ладно. Расскажите о своем худшем свидании. Отличный вопрос. Мое худшее Вера, свидание. Вера, по-моему, знает, о чем речь. Нет. Я не сильно в курсе. Так, сейчас будет в курсе. Мое худшее свидание, это было в школе, это было в 11 классе, когда мы договорились пойти в какое-то кафе там с моим мальчик с параллельного класса, но у нас как-то так смежно были два класса. И когда я шла на это свидание, боже мой, я споткнулась, я упала в лужу, я где-то проехалась вот так вот, прям пальто черное, красивое такое пальто было, которое стало, ну, в таком виде нельзя было идти на свидание. Но, кстати, меня поняли, я всегда с юмором отношусь к таким вещам, вот, но... Может быть, не у всех, но у многих девчонок были такие ситуации, когда так хочется выглядеть, ну просто, вот, ну все, стой, я сейчас такая королевна, я иду прям в лужу и прям вот туда. И бабам. И бабам, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».